гимнастики, при этом выпускница Института международных отношений Екатерина Аветисян. Катя, вы нас слышите? Я вас слышу. Доброе утро всем. Здравствуйте, Катя. Можно только добавлю, да. Кирилл. Дело в том, что она не дебютантка. Она дебютантка в смысле ведения репортажа в одиночку. То есть, на играх доброй воли в Петербурге она мне ассистировала в качестве второго комментатора. Мне очень приятно, Катя, вновь услышать вас в паре в эфире.